здравствуйте. Привет. Я Оля Долубаджи. Да, пожалуйста, вот твой номерок. Наклеишь себе на видное место. Желаю тебе удачи. Спасибо. Мама 17-річної Олі не приховує. Ніщо не віщувало, що в її дитини колись прокинуться бодай якісь амбіції. Во время утренника дети танцуют, потом снежинки бегут, садятся на стульчики свои. Все сели, ей нет места. Ну, так всегда. Такой был и папа у нас, кстати. Бабушка рассказывала. Я была такой серой мышкой, которая где-то там сзади стоит. То есть никто со мной сначала не разговаривал, потому что я такая непримечательная совсем была. Та нещодавно в житті тихої нерішучої Олі з'явився спів, а разом з ним і суттєві зміни. Мені в житті стало легше, розкріпощенні. То есть я можу подойти к незнакомому вообще человеку, сказать привет, как дела. Нужно перестать стесняться, и нужно полюбить себя такой, какая ты есть. Я люблю свои брекеты. Я могу закричать об этом, что я люблю свои брекеты. Я люблю свои брекеты! Иногда она говорит, что я даже с трудом могу вспомнить, что это там в течение там, 3 минут, пока песня шла, что я делала. Потом она смотрит запись, говорит, вау, я здесь мотыляла головой. Да, это ты. Wild. Здравствуйте. Wow. Здравствуйте. Кто вы? Меня зовут Оля Долумбаджи. Что вы будете пить? Это Moscow Calling, Парк Горького. О, Moscow Calling. Олько, Ольга, Олегуна, Олеська. Олю. Олю, що я хочу тебе казати? Ваша енергія посередині музики ушла куди-то, убежала. Це значить, що ви не знаєте, що таке енергічна музика. А мені кажеться, наоборот.
ей не хватило, потому что композиция мужская. Она старалась изо всех сил, и она сделала все, что могла. Что мне понравилось, Ольга, то, как вот вы работали телом, жестом, да, как вы вот это решили сценически, этот номер, да? Конечно, это похвала вам. Спасибо большое. А ви абсолютно вільна людина. Я захоплююсь цим. Мене це дуже радує. Дякую. Дуже, дуже радує. Не втрачайте цього. Вступайте до того, куди ви плануєте, до естрадно-циркової академії на вокал. Це ваше, безумовно ваше. Дякую. Ти мені чимось нагадала мою колишню підопічну Марію Рак. Щось тобі є? Принаймні, на цьому етапі я тобі згоден сказати так. Ми голосуємо. Спасибо огромное. Андрею, я теж кажу так. Я говорю нет. Хорошо, я дам вам шанс, да. Господи, спасибо огромное!